Состоялось торжественное открытие третьего регионального сетевого проекта «ЮНАРКТИКА». На сцене городского дома культуры «Олимп» выступили 10 команд участников. Это учащиеся 8 классов школ города. В начале мероприятия ребята представили визитки класс команд «Истории Отечества. Достойные сыны». Сегодня на марше отряд за отрядом звонкие песни звучат. А радуга в небе все краше и ярче, улыбки сияют на лицах ребят. Мы – дети России! Мы – внуки России! Мы – сердце России! Нам в будущем вместе жить и творить. Нам в колокол счастья, звоните, звоните. Будущее нашей страны и для отцов есть пополнение. Растут достойные сыны. Напомним, проект «ЮНАРКТИКА» стартовал в округе в прошлом году. С февраля по май сформированные класс команды школ города принимали участие в конкурсах, соревнованиях и играх. Победителем 2017 года в Губкинском была признана команда учащихся 5-й школы «Патриоты Ямала». В 2018 году класс команда «Юность», в составе которой также ученики 5-й школы, показала лучшие результаты в округе и стала абсолютным победителем. Ребята получили сертификат на культурно-образовательную поездку по городам Золотого кольца России. Губкинские школьники продолжат борьбу за звание «Лучший класс команды Ямала». Финал третьего регионального сетевого проекта «ЮНАРКТИКА» состоится в мае.